Всем огромный привет! Сегодня у меня для вас обзор из магазина «Светофор». Это город Ульяновск, Московское шоссе, 34. Сделаю для вас обзор представленного товара в этом магазине. Появились формы для запекания «Маринекс» бразильского производства. 3,5 литра ее объем, размер 37 на 22,9 на 7 сантиметров. Форма глубокая, очень удобная. Подходит для использования в духовках, микроволновых печах, холодильных и морозильных камерах, а также ее можно мыть в посудомоечной машине. Цена 275 рублей. Тарелочки есть вот такие глубокие, в наличии два цвета. Диаметр тарелочки 19 см, а объем ее 370 мл. В составе фарфор с деколю, производитель Китай. Цена 55 рублей. Из этой же серии посуды есть еще и салатник. Салатник диаметром 17 см, объем 510 мл. В наличии есть также два цвета, голубая и розовая. Производитель Китай. Цена 57,60. И покажу вам еще бульонницу. Бульонница 650 мл объемом, 15 см диаметр. В наличии только розового цвета, голубые не видела, цена 76,10. Тарелка десертная, диаметром 20 см, изготовленная из керамики, производитель Китай. Цена 37 рублей. И от фирмы Luminarca еще есть тоже десертные тарелочки, очень красивые, диаметр ее 19,5 см. Это опаловое стекло, производитель Франция, цена 43,70. Набор емкостей для продуктов, 11 штук в наборе, все они с крышками и разного они диаметра. Разного объема. Выдерживают температуру от минус 20 до плюс 70 градусов. Их также можно мыть в посудомоечной машине. Цена 174 рубля. Кувшин для воды. Кувшин из стекла с полипропиленовой крышкой и ручкой. Объем 1,7 литра. Цена 100 рублей. Кружка для чая. Объем 360 мл. Изготовлена из керамики. Производитель Китай. Цена 44,30. Также в наличии в продаже есть наборы ланчбоксов, такие с крышками на защелке. В наборе 3 контейнера объемом 380 мл, 800 мл и 1,5 литра. Они прозрачные. Производитель Россия, цена 157 рублей. Также есть контейнеры из жаропрочного стекла с полипропиленовой крышкой на защелках. Объем этого контейнера 650 мл. Изготовитель Китай. Цена 159 рублей. Кастрюля из алюминия с антипригарным покрытием. Это кастрюля с ручками и со стеклянной крышкой, в которой имеется отверстие для выпуска пара. Так, подходит для стеклокерамики, для газовых плит и для электрических. Также ее можно мыть в посудомоечной машине. Цена 600 рублей. Ковш алюминиевый с антипригарным покрытием. Объем 1,5 литра, 16 см в диаметре, он с бакелитовой ручкой. Производство Россия. Цена 166 рублей. Кастрюли эмалированные большие тоже в наличии есть, объем ее 9 литров, она с крышкой, с ручками, производства Россия, цена 579 рублей. А это наборы стаканов, они низкие, с декором, тут 6 штук в наборе, объем 250 мл. Производитель Россия, стаканы очень красивые, цена 107 рублей за набор. Сковорода литая из алюминия с антипригарным покрытием. Диаметр 26 см, она серого цвета, цвет гранит. Подходит для всех типов плит. Также ее можно мыть в посудомоечной машине производства Россия. Цена 683 рубля. А это сотейник диаметром 24 см. Сотейник из алюминия с антипригарным покрытием. Производитель России, белая калитва. Сотейник глубокий с бакелитовой ручкой. Цена 275,60. В продаже есть салатник глубокий объемом 2 литра от Паша Бахче. Называется Invitation, диаметр его 21,5 см, производитель Россия, город Бор. Это стекло, цена 77 рублей. Также есть бакалейные банки с крышкой от Паша Бахче, называется Viva, объем ее 900 мл, производитель также Россия, цена 99,40. В наличии есть полочки навесные, двухъярусные, такие вот прямые, с бортами. Полка размером 26,5 на 9,5 на 33. Изготовитель Россия, город Барнаул. Крепеж идет уже в комплекте вместе с полочкой, цена 185,60. Наборы ножей из нержавеющей стали. В наборе 3 ножа разного размера.
ножи 15 см, 12 см и 8 в составе нержавеющая сталь, полипропилен и антиналипающее покрытие. Здесь они есть разных цветов, синие есть, зеленые и вот еще розовые покажу вам. Вот. Производитель Китай, цена 147 рублей. Набор посуды для завтрака. Это детская посуда, изготовленная из стекла, с декором. В наборе идет кружка 250 мл, салатник 400 мл и тарелочка 19,5 см. Изготавливаются они тоже в России. Красивые наборчики. Цена 200 рублей. А это набор мисок. В наборе их три, все они одинаковые. Объем 4 литра. Миска называется «Удачная». Производитель Россия, город Москва. В составе полипропилен. Есть в наличии два цвета – розовый и голубый. Цена 113,80. А это электрическая духовка. Называется «Уралочка». Мощность ее 1500 ватт. Объем духовки 39 литров. В комплекте идет вот такая решетка, один противень и две ножки, которые нужно будет крепить к духовке самостоятельно. Но также идет еще и книжечка, инструкция по эксплуатации. Изготавливаются они в России, это город Челябинск. Здесь есть таймер до 90 минут. Также имеется терморегулятор температуры до 320 градусов и всего 4 режима нагрева. Преимущество духовки – эргономичный дизайн, теплоизоляционная защита корпуса и нержавеющий нагревательный элемент. Стоит она 2972 рубля. А это электрический чайник, называется он Miralux. Объем его 2,3 литра, мощность 1500 ватт. Внешний корпус чайника изготовлен из пластика, внутренний – из стали. Есть автоматическое отключение, индикация включения и защита от включения без воды. Также закрытая спираль. Производство в Китае, цена 519 рублей. Фен электрический для укладки волос. Мощность его максимальная 2200 ватт. Здесь 6 режимов сушки. И в комплекте идет насадка с феном. Производитель Китай, цена 399 рублей. А еще в продаже есть вот такие прозрачные контейнеры. Прямоугольной формы, они с крышкой на защелках и с ручкой. Контейнер MyBox объемом 10 литров. Производитель Россия, Республика Татарстан. Они стоят 110 рублей. Также есть чуть меньше контейнера, они тоже прямоугольной формы, с крышкой на защелках. Здесь уже объем 6 литров. Производитель тот же, прозрачный. Цена 77,20. Бак пищевой с крышкой 45 литров объема с ручками. Цена 413 рублей. Появились сучкорезы с ручкой длиной 60 сантиметров. Так они выглядят. Производство Китай. Цена 424 рубля. Магазин «Светофор» завезли в огромном количестве полуботинки, женские, мужские. Цвета есть в ассортименте, такие вот на резиночках, с белой подошвой. Также имеются на шнуровке. Размеры с 36 по 45, цена 478,50. Производитель Китай. Есть детские кеды, тоже на шнуровке, цвета в ассортименте, цена 233. Полотенце махровое с бордюром, в составе 100% хлопок. Так, модель называется Аквамарин, размер 50 на 80, производитель Республика Узбекистан. Они здесь в ассортименте, цена 76 рублей. И есть полотенца большие, махровые, с рисунком, очень классные. В составе также идет 100% хлопок. Размер полотенца 70 на 130. Производитель также Республика Узбекистан. Но видно, что хорошего качества. Цена 259 рублей. И есть полотенца вот такие, только в бежевом цвете. Они тоже с рисунком, с бордюром. Модель называется Novella. Размер 50 на 80, в составе 100% хлопок. Изготовитель Узбекистан. Цена 125 рублей. Также есть комплекты махровых полотенец, в комплекте их два, размером 50 на 80 и 70 на 130. Также они изготовлены из 100% хлопка. Здесь есть три цвета, коричневые, серые и нежно-розовый такой цвет, светленький. Стоимость комплекта 288 рублей. А это покрывало простыня, такая махровая тоже, как полотенце. Размер большой, сейчас скажу вам размер. 150 на 200, называется ринг, 360 грамм на квадратный метр плотность, цена 678 рублей.
От ЕФ есть увлажняющий крем с маслами какао и авокадо для рук и лица. Интенсивное увлажнение 250 мл стоит 36 рублей. А это воск-спрей для укладки волос Сэндо. Объем и кондиционирующий эффект 250 мл. Флакон с распылителем здесь идет. Цена 77,60. Также в ассортименте есть шампунь-уход Profline 650 мл. Объем, цена 57,80. И есть пергамент для выпечки, силиконизированный, размер 38 см, в рулоне его 8 метров, а цена 49 рублей. А это набор пакетов для хранения и заморозки продуктов. Они зип-замком. Здесь 10 пакетов объемом 1 литр и 10 пакетов объемом 3 литра. Выдерживают температуру до минус 40 градусов, особо прочные. Можно использовать повторно. Цена 52 рубля. Салфетки для уборки универсальные. Они из микрофибры. Это набор салфеток. Здесь их 5 штук размером 30 на 30 сантиметров. Цена 46,40. Также есть нежное молочко для тела, для всех типов кожи, увлажнение и питание. Здесь 700 мл, цена 78 рублей. Гель для душа, увлажняющий, подходит для всех типов кожи. Называется «Народный», полевые цветы, объем 1000 мл. Производитель Россия, цена 44,30. Свежий озон – это средство для мытья стекол и зеркал. Объем здесь 700 мл. Цена 43 рубля. Также есть парфюмерная вода для мужчин, называется Pro Men. Объем 100 мл, изготовитель Республика Татарстан, город Казань. Цена 102 рубля. На сегодня это все. Я очень надеюсь, что мой обзор вам понравился. Если понравился, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Увидимся мы с вами, как всегда, очень скоро. Всем пока-пока!